Hello guys, I am here in my sister's house and I am talking so quietly because Arseny is sleeping. And today we are going to cook dinakdakan. This is from pork meat. My sister cooking. Что там cooking? Бинанкал. Только я его делаю не ж... Я жареный уже делала. Я жареный уже пробовала делать. Mm-hmm. А запеченный в духовке я еще не пробовала. Вот пробую сейчас. Mm-hmm. Бинанкал. And here is our pork. I think it's done. And now we are going to fry it on the grill. And then mix with mayonnaise. Ваня, что ты делаешь? Ты что-то готовишь? Кубики для бабушки, для меня. Окей, Ваня, cooking something. У нас морковный пирог, банановый кекс. And this carrot pie. And banana cake. Кусочки я уже попробовала. Мама говорит, надо сверху пудры посыпать. Боже. Вместо орехов. Орехи внутри у нас. Ваня, ты печеньки делаешь? Да. Мы пойдем с нами в костер звать? Нет. И будем жарить мясо. Чего? Мясо жарить будем. Okay, guys, we have a lot of foods for the winter. We are preparing for long winter already. And here is... Yes. So we can make a fire in winter here in the house. And Vanya playing in sand. And I will make a fire, guys, and I want to show you our new flag, guys. This is Russian flag. Russian. And guys, look, we have a Filipino flag. Russian and Philippines almost the same colors, guys. Yes. We'll make it more beautiful later. Here will be our place. We are cooking. We'll cook here, and we will maybe we'll make here a tent, and we will eat here outside because now it's very good weather. Что-то масса? Да.
Ну, рад. Сколько ты взял? Килограмм? Больше? Да, кило 200, по-моему, кило 300. А то мякоть одна, да. Блин, такой хороший на вырезке. Да, что-нибудь сварить с ним потом. Вот. И можно положить его сразу в решетку. А я не знаю. Давай вниз положишь, у нас знаешь. Можно, пускай. Да? Да. Мне кажется, мы его переварили, можно было просто немножечко его отварить. Давай. До полуготовности, все равно жарится будет. Это какая-то каша, это не обязательно снимать. Это лучше не снимать. Я ничего нормально, это по вкусу. Лучше положи, а то накапает на пол. Давай торты-то все свои сюда. Сейчас на торт накапаешь. Ну, не капает. Все, а мы забыли перцем его смазать. Надо сейчас тогда перцем натереть. Посыпать перцем. И, guys, we forgot to put salt and pepper. Окей. Принесли? Да еще рано, еще в глине сделались. Вот что, готовы ваши булки? Сгущенное молоко, сахар, мука. Hey guys, let's go to grill our meat. It's our charcoal. Okay, guys, let's fry it up.
Ну, ты идешь помогать-то? Ну не надо, Андрей, как ты готовишь, давно я. Да. Снимал? Снимал, только они не развиваются у вас. Они так не должны. Так и не надо их подписать. Это мы просто убрали. А так они у нас мы убрали, да, они были. Надо, мы убрали, чтобы они не испортились. Вот сейчас мы их выставляем. Как они у нас должны быть? Так это флаг, он на стены вешается, видишь, он односторонний. Ну, его не засунуть одну руку. Да туда не засунешь. Да, Андрей. Ух ты, да, мам, я засуну, только мне Сеню надо взять. Он просто одной рукой не засунет. Вот, да, вот поставь немножко. Ой, это кого ты мне дала там? Резаную для такого. Что у него во рту? Специальные стойки. Теперь они готовы. Вот так надо его снимать. И никогда не сложно. Тяни в ту сторону. Вот ветер должен в ту сторону быть. Можешь их просто к забору прикрепить? Да можно как угодно прикрепить, только не очень прикрепить. Наклей какой-нибудь. А, магниты надо, магнит. Есть у тебя магнит? Здесь мы поставим палатку, и вот между двух флагов мы будем готовить. Красиво же? Филиппины, привет! Понеси. Мясо, мясо, мясо! Ари, а что там? Okay, guys, I think it's done. And now we are going to cook rice and make our new Filipino dish. На, Сеня, Сеня. Что ж так? Да не горь, поедем пальчиком, видим пальчиком. Горячий. Да, не горячий. Поедем, аж палец или что-то пальчиком трогаем. Кричит. Ку-ку, Сеня, ку-ку. Ку-ку, Сеня. Где Сеня? Ку-ку. Ку-ку, Сеня. Ку-ку, Сеня. Ку-ку, красотуля моя. Ку-ку, где Сеня? Где Сеня? Ку-ку. А, ку-ку. Прям с салом, да? Лук, да?
onion and meat mix. And then add mayonnaise. Есть у нас майонез? Есть. Майонез. У них нет майонеза. Есть. Дай. Ну да, немножко этого перца просто. Перец снимаю. Соль, только чуть-чуть, пожалуйста. Что-то мы там будет это кафе-то в новом. Что-то там заказали мы, Андрей говорит, не острое. Она, не острое. Что-то принесла на нас. Мешает. В каком кафе? В новом. Где новом кафе? Ну, которое совсем новое открыл здесь. Красиво, с девочкой там познакомились. А, барбекю, курица барбекю. А, курица барбекю. Мы обязательно туда сходим. Деревянный там. Угу. Если надо тебе чек. Ну, все надо. Ты не будешь Сережке приезжать? Все. Все, садимся кушать. Вот у нас сидит. Рисик. Андрюш, тарелку надо, да? Сеня рисит. Тихо. Да, мон тарелки. Тихо. Пока спокойно. Ванечка спит. Спокойненько. Все, все, все. Все. Сеня филиппинец. Сеня филиппинец. Сеня любит рисит. Ну, давайте приступим. А соус соевый? Да. Как называется блюдо? Динагдакан. 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 Угу. Динагдакан мы сегодня пробуем. Ой. Перемешали тут мало бы на запах. А запах какой, да? Ой, запах. Ай. Запах чудесный. Ой, неденье. Уже пахнет. Чудесно. Динагдакан. Нас просили, кстати, филиппинцы приготовить это блюдо. Угу. Потому мы его и готовим. Поэтому мы его и готовим. Пишите нам в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы приготовили. Только именно филиппинское блюдо. Угу. Не бразильское, не итальянское, филиппинское. Ну как? Масараб. Угу. Для Микаю. Угу. Очень вкусно. Угу. Мясо такое нежное, в таком вкусном соусе. Дымком пахнет. Угу.
прям всего вот в меру. Сеня, куда-то полез. Очень вкусная, прям с рисом. Объедение. И хорошо, что мы сначала на мангале прожарили. Она получилась такой мягкой, в хрусточку. Угу. Немножко с корочкой поджаристой. Корочка. И мягенькая. И свежий лучок. Тоже вот хрустит. Да? Угу. Интересное новое блюдо, потому что мы обычно лук жарим. Лук жарим, чеснок жарим, потом мясо добавляем. А тут лук сырой с майонезом. Мы так еще не делали. Интересная такая подача. Выглядит вот как мясной салат. Она изначально делалась из свиной головы. Да? Там мяса много. Ну там, да. Что там, уши? Уши. Мозги. 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 Чего ушли в мозгу? Хочешь выбраться? Плами. Масара плами кайо. Ну что, приедете на Самал, будете учить там английский и филиппинский язык. Тагальский. Вот я Лиза сказала. Да. Мне Лиза мне сказала, что опять написали, что мы поехали на другой остров. На Баракай? Нет. Я прочитаю, какой. Я забыла. Не вспомню. Если у нас деньги будут, то поедем. Написали, что на каждом острове своя кухня, своя подача. И вы не только не зацикливаетесь, вот, в Сомали делают вот так, а вот на другом острове делают вот так. Привези его сюда, на коляску. Мы будем рисом кормить. Испугался. Меня. Ой, мне не достать. Вкусно. Будет говорить, что я опять не так ем. Надо вилочкой. Перебань, да? Перебань. Я руками тут. Ой. Ай. Устал. Все. Сытное блюдо. Очень сытное. Вам.